Всем привет, друзья! Как и обещал в последних выпусках, показать, что можно заработать за целый месяц в Польше на своем примере. Я сильно заморачиваться не буду, поэтому сейчас по-быстрому на пальцах объясню вообще, что здесь получилось. Я отработал больше, чем месяц, полтора месяца, но мы возьмем выборку за месяц. Итак, были выходные 1-2 числа. Началась работа с 3 числа. То, что нас интересует, это вот часы, колонка. То есть сколько часов в день. Часы, общие часы. Ну, давайте не будем забегать наперед. И назад тоже. Часы и, соответственно, деньги. Как вы можете заметить, обычно я работал по 8 часов. То есть никаких сверхчасов. Это исключительный случай. Два раза по 16 часов отработал, потому что не было сменщика и пришлось перекрывать. И даже здесь я не получил, скажем так, на часы считались по особому принципу. В общем, все по-хитрому считается на самом деле. Я рассчитывал чуть-чуть другое получить, но получил то, что получил. Поэтому как есть, так и будет. В общем, смотрим месяц. Со второго там, да, вот по 31. В целом и общем отработано 100, давайте округлим, 182 часа. 182 часа отработано. За эти 182 часа чисто по часам получено 2060 злотых. Это я брал аванс на протяжении месяца, поэтому то, что, ну, я для себя считаю, то, что получил в конце, вот это 1660. То, что я получил на руки уже за вычетом авансом. Но общая сумма за месяц, за 182 часа, это 2060. Я не знаю, хорошо это или плохо. Ну, как по мне, это маловато. Но, кроме того, у нас есть еще бонус. Вот эта циферка 580 злотых, это бонус за целый месяц за выработку нормы. То есть ежедневная норма плюс месячная премия за то, что норма выполнялась как бы на протяжении месяца. 200 злотых еще сверху. В общем-то, мы не будем вникать в детали подсчета всего этого. Тут, грубо говоря, все, что нужно знать, это за месяц на этой работе. Посмотрите видео, что я делал. Это легкая работа, приятная работа, веселая, мило атмосфера, это и работа по 8 часов абсолютно не напрягаясь, проживание бесплатное. В общем, заработал я 2640 с учетом бонуса. Не перерабатывая, не перенапрягаясь, чувствуя себя комфортно и делая, собственно говоря, не тяжелую работу. Поэтому так вот, как есть. Что ж, в дальнейшем, ребята, у меня будут другие новости. Я снова сменил работу. Это очень интересный вариант, к которому я стремился долго, и он случился. И на самом деле я бы не менял работу, если бы она не была еще лучше. То есть я в конце концов прихожу к тому, чем я должен заниматься. И это здорово. А эту же работу я, к сожалению, оставляю, хотя она мне нравилась. Нравилась коллективом, нравилась отношениям, нравилось тем, что оно несложное, и, в принципе, всем нравилось. И можно было сделать документы, и визу воеводскую, и карту побыта, и прочее. Но я же двигаюсь дальше. У меня есть другие цели, другие направления, поэтому подписывайтесь на канал, смотрите, оставайтесь со мной, и будем радоваться жизни вместе. Пока-пока.